Я считаю, что такие конференции необходимы, можно даже их проводить почаще. И я думаю, что есть смысл, наверное, увеличивать время для количества времени и количества выступающих. Почему? Потому что, насколько я понял, конференция вызвала ажиотаж. В этот раз она уже более стала такой популярной, вышла в совершенно другой уровень. Много идет общений. И я думаю, что если немножко увеличить формат, это будет очень полезно. Вот что касается там моей темы, то это сейчас очень популярно. И как раз вот тема происхождения человечества и появления его в Сибири, откуда сейчас генетики доказали, что произошла практически вся наша индоевропейская раса, я думаю, в следующий раз будет еще более интересно. Так что приглашаю всех на конференцию «Непознанное».